Всем привет, ребятка, вы на канале GameNoRules, и мы продолжаем проходить Darksiders. Так, ребятка, нам нужна последний, блин, ключ активировать. Вот. Сейчас будем пробовать это делать. У меня вот новая такая штучка открылась, плюс новые штуки поопускались. Я уже немножко полетал, попрыгал, вообще классно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я упал. Вот, нужно здесь попробовать, что там находится, я не знаю. Сейчас посмотрим. Так, я не долетел, да? Ок. Оп, есть. Я здесь не был, поэтому хз, как все тут будет. Я как раз думал, что нам нужно найти ключ, чтобы там дальше как-то пройти. Вон закрытая часть, скажем так. Вот, поэтому... А тут вот, смотрите, как все обернулось. Тут есть комнатка специальная, в которой мы этот ключ можем и взять. Так, плохо нет, что Вульгрима. О, я собрал уже достаточно душ. Вот. Слушайте, можно туда как-то, да? Я хочу посмотреть, что тут просто. А, так. Блин, не успел. Не успел. Ай, а тут быстро отпустил кнопочку. Ну, сейчас попробуем. Все-таки можно. Опять. То есть нужно держать, а я почему-то. Есть. Нормально, артефактик есть. Отлично. Так, что здесь у нас? Я промазал, ребятка, я промазал. Так, нужно, я думаю, мощную запускать. Потому что хз просто. Ага, вот. Нужно теперь здесь. Нужно попасть, короче, еще. Охуеть. Не попал. Боже, там еще есть? Охуеть. Давайте еще одну зарядим. Тогда пушку сейчас. Так, это я обратно эту открыл или что? Я не как-то... Пока что не понимаю, что я творю. Да, я обратно открыл. Надо одну только. И прыгать. Не попал. Окей. Вот. Блин, то есть так все запутано. Ну ладно, я это сделал. Я прошел дальше. Блин, здесь что-то есть. Вот, но я не могу взять его. А может быть, оно ниже находится. Боже, какой спуск долгий. А здесь еще придется сейчас разрушать как-то. Я надеюсь, здесь есть эти, как его, штуки. Ну, типа, что-то есть. Короче, нужно в ту сторону перелететь.
Так, давай, давай, давай. Я зарядился, и я готов. Выстрел. Блин, здесь тупик. Отлично. Я пролетел. Так, пока что оставим. Так, а как мне ее взять? Здесь закрыта она. А! Я знаю, кстати, что это. Вот, это обратный путь, который я вот думал постоянно. Как здесь провернуть? Как здесь все провернуть? Так, ну падать нельзя 100%, потому что я умру. Взять это у меня не получится, правильно? Блин, получится. Охренеть. Тогда смотрите, что я сейчас сделаю. Я открою портал. Вот. И когда он повернется, я притяну вот эту бомбу. Одна есть. Отлично. Так, пока что ждем. Блин, нужно, наверное, было прыгнуть. Бля. Да, скорее всего, нужно, короче, прыгнуть и потом уничтожить. Это сложно, это нужно так успеть. То есть такие тайминги словить. Что? Ну и нахер. Фрагмент. Так. Что-то мы взяли. Нужно обратно сейчас. Да мы просто сделаем. Мы просто не будем здесь открывать портал. Я вот здесь просто прыгну и все. Зачем открывать? Бариться. Вот, я вылетел. То есть элементарно, Карл. Так, нужно то уничтожить. А я не долетел. Охуеть. А почему? Вопросик так на засыпку. Чё, нужно здесь тоже мощный портал открыть? Возможно. Бам! Блин, нужно как-то избавиться от портала. Так, как его вообще снять? Ой. Блин, блин, блин. Так, сейчас будем пробовать как-то. У меня есть идейка, но... Я не знаю, проканает ли она. Но у меня пока есть хп, можно и... попробовать, почему нет. Просто нужно успеть в эти тайминги. Блин, а почему я не попадаю? Попадаю. Сейчас еще раз попробуем. Мы будем ждать. Мы не можем. Нужно ждать момента. Блять, то почему ты не открываешься? Твою ты налево. Я вообще должен, по идее, пролетать спокойно. Почему я не могу лететь? ХЗ просто, ребятка. Офигеть. Короче, откроем здесь портал. Сейчас я... Нужно зарядить по-любому мощный. Открыть. Вот. Раз. Есть. И теперь нужно открыть вот здесь мощный. Просто два мощных портала. И через них пробовать прыгать. Потому что, ну, по-другому никак. Так, ждем, когда она будет на том фланге, мы... Есть. Охуеть. Нужно, когда уже повернется.
То есть я не успеваю чисто. Ладно, пробуем еще. Охуеть. В любом случае, я назад не могу прыгнуть. В любом случае. Это плохо. Очень плохо. И бросить. У меня не получается. Да. Бред. Бред. Полный бред. Так, 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 так. А почему я не могу это сделать? Пожалуйста. Объясните мне. То есть так я могу спокойно прыгнуть. Окей. Принял. Но не получится открыть мне портал отсюда. Нет, стоп, ребятка. Смотрите. А, я понял, какая фишка. Открываем портал. И с другой стороны прыгаем. Боже, это так просто было. А я-то тупил, короче. Ай-яй-яй, очень нужно быстро бросить. У меня не получается из-за... как вам правильно сказать? Вот, из-за того, что у меня двойной клик. Вот, у меня мышка тупит. Вот, смотрите. Плюс у меня на одну кнопку стоит две клавиши управления. То есть там какая-то спецприем и еще какая-то хрень. Ну, по сути, несложно это все дело, но вот именно дойти, конечно. У меня два варианта, кстати, было. Это один из вариантов был, а второй вариант просто обойти, то есть открыть один портал и обойти все это. Как вариант. Это как вариант, ребята. Оно то спокойно могло получиться тоже. Но мы сделали таким способом. Значит, все заеб, как говорится. Кстати, я думал, еще далеко придется идти. Абсолютно нет. Вот, мы можем отсюда и открыть портал. Так, нужно как-то вылезти. Вот. Так, открываем мощный порталик. Мощный открыли. Далее. Открываем здесь мощный портал. И прыгаем. Есть. Есть. Мы взяли ключ наблюдателя. Отлично. А теперь обратненько. И нам нужно вернуться. Сейчас. Я не думаю, что нужно... Вот так вот. То есть нам не нужно возвращаться тем способом, но нужно именно вот этим. Потому что здесь мы уже на высоте, и мы сможем спокойно просто дальше прыгать. Так, отлично, ключ мы взяли. Далее нам нужно подниматься. Сейчас ждем момента и будем прыгать. И будем прыгать. Главное не упасть, потому что очень жестко подъемчик будет. В том плане, что очень долго это делать, чтобы обратно подняться. Здесь вообще ничего такого сложного нет, но очень много зависит от внимательности. Если ты где-то что-то пропукал, очень сложно потом вернуться обратно. Очень. Так. Все, сейчас еще будет несколько 100% головоломок. И дальше уже, скорее всего, будет финал игры. Мы будем сражаться, наверное, с боссом каким-то. Ну, это, наверное, больше, чем 100%. Потому что остался последний луч. Нам уже раскрыли все карты, как вообще началась эта вся битва на земле. Кстати, у меня нет хита, это плохо. Потому что я просрал их, когда несколько раз умер. Точнее, типа умер, я упал.
потом воскрес. Ну, это пока просто. Это, наверное, чтобы нам, типа, не было скучно подниматься. Вот, нам дают возможность немножечко потрахать его. Бывает и мощнее скелетики. Это очень мощные скелетики, а их атаки просто блочим. У нас получается, в принципе. Мы при этом не теряем. Главное не упустить момент и блочить атаки. Это самое главное, потому что если мы упустим момент, очень много жизни они сносят. Еще. Мы используем такую атачку. Вот. Все равно мы энергию сейчас соберем, в принципе, не жалко. И остался ты последний друг. Плюс мы половину восстановили энергии, пока я их разваливал. Так, отлично. Кстати, ближе к концу игры у меня перестала она вылетать. Это вообще прикольно. В прошлой части, блин. Прошлой части, точнее, очень жестко слетало. Офигеть. Короче, я чё очкую, потому что пол тут что проваливается, поняли, да? Вот. А, этот пидорас, боже. Он один из самых ужих. А почему? Потому что его ебучий яд. Это просто. Так, нужно жизнь восстановить? Это у меня нет. Мы все равно все не восстановим. Не хватит просто. Боже, еще несколько. А, блин. Так, один есть. Вот этот. Блин, а я думал, он жизнь не восстановит нам. Охуеть. Мощно бьешь. Соси. Ну, в принципе, когда один, легко сражаться вообще. Таких несколько, и это уже просто очень сложно, скажем так. Твоя душа, магия! Да ты чё, да ты чё, ну-ну-ну-ну-ну. Чё? Опять ее вертушка. Блять, вот это я попал. Жестко, да? Жестко я попал, короче. Хотел увернуться и, короче, застрял. Легко. Так, это на обратку. Нам сюда 100%. Так. Отличненько. Так, ну здесь сражений, да, не предвидится. Так, какая-то сейчас будет заморочка по-любому. Так, посмотрим, что там. Ага.
Сейчас нужно это, так как я делал, короче, притянуть. Почти промахнулся из-за того, что мышка моя работает прикольно. Оп, да ты ж чё? Я думал, что это пипец сейчас будет, реально. Я думал, жопа, я думал, я не долечу. Я думал, всё. Опять вы. Ну, этих, я думаю, сейчас придется мочить, наверное, ярости, то есть все, чтобы... Чтобы не заморачиваться. Офигеть, они мощные, справа, блин, офигеть. Я просто ничего не понимаю. Я думал, я на язычке это их разъебу. Да нихуя, короче, на язычке это разъебешь. Оп, уходим. Да я тебя раз сейчас... На-те. Так, успокойся. Ну, друг, успокойся, пожалуйста. Еще. Да вы прикалываетесь, реально. Эй, успокойся. Мы же друзья с тобой были. Да почему ты на меня такую атаку четкую делаешь, а? Я же с тобой хотел по-хорошему. Ну ёб твою ты налево. Так, ну что, придется опять в режим ярости зайти, чтобы тебя изнасиловать. Я ж зайду, я ж могу, ёпта. Но пока что будем беречь, наверное, потому что я... Я ж не знаю, кто появится еще у этого пидораса. Твоя душа моя. Так, сейчас вертушка будет. Так, я получи... Вертушка, уходим. Это прикольно, это вертушка его, он, короче, своих перебил. Вот. Я теперь остался просто один на один с ним. Да хуй там, да, еще появились. А ты же сколько получил пиздюлей, ты должен умереть. Соси! Так, я думаю, все. Да нихуя! Да вы прикалываетесь, ну серьезно. Охуеть. Ладно. Тогда смотрите, что мы сейчас сделаем. Нужно, короче, их сблизить. Вот, чтобы я их довольнул очень быстро. И теперь. Сосать, сосать! Какая досада! Ты че нахуй, а? На кого быкуешь ты, сучечка порылая? Оп, уходим. А я понимаю, друзья. Блин, они просто очень мощные, очень. Так, хипуля. Твоя душа моя.
О, ты пизды сейчас получишь. Друг, уходи, уходи отсюда. Смотрите, он ушел, охуеть. Еще одна вертушка сейчас будет. Сука. Так, ребята, успокойтесь за вертушкой, заебали. Исла! Твоя душа моя! Так. Ебать, я их, короче, в режиме войны, охуеть, просто отымел. А их, блядь, да хоть бы хны это все, понимаете? Ну теперь-то вы успокоились. Блядь, ну очень мощные, конечно. Кстати, можно было поменять клинок не на ярость, ну типа свою энергию, а на силу, чтобы наносить больше урона. Так, восстановились. Погнали дальше. Так, ну и теперь, как всегда, залупа с головоломками. Очень много пошло в последнее время их. Ай, нужно как-то осмотреться. Это что-то такое. А почему мы опускаем ее? Кто расскажет? ХЗ. Так, смотрите, чуть не проебал. Чуть не проебал. Так, кстати, давайте, короче, посмотрим сейчас, что это нам дает. Так, что-то я запустил. Что-то я запустил, но пока что не знаю, что и зачем. Серьезно. Зачем делать пустую комнату? Пока что непонятно. Так. Оп, я упал. Не туда, куда нужно. Здесь что-то есть, и нам туда нужно. Окей. What you hear? Ага, здесь еще какая-то хрень. А я могу... А, кстати, под водой я не могу порталы открывать. Прикаляете, ребята? Вы это представляете? Так, ну по-любому нужно сделать сейчас здесь что-то. Я портал не могу открыть в воде. Может быть, нужно открыть портал, а потом опустить его в воду, и потом вода типа пойдет через портал. Как вариант. Почему нет? Так, ну один я открыл. Где-то должен быть, значит, второй, правильно? Кстати, вот второй. А, мы сейчас заполним этот водой и типа, о. Вот как все нужно было сделать. О, значит, кстати, я нормально повернул. Правильно сделал. Это очень хорошо. Теперь хотя бы мы знаем, зачем. Ну, чтобы, типа, контактировать. Ну, и все в этом духе. Так, тут опять какая-то хуйня. Так, ну теперь нужно, скорее всего, возвращаться обратно и разворачивать. Ибо что делать еще? Ибо еще и что делать? А, до пизды. Понятно, здесь до пизды все. Как я все разверну? Там я умру. Обратно, а если я обратно подниму? Хм. Интересно, а здесь есть как-то возможность открыть портал? Может, здесь нужно что-то сделать водой там? Блин, вообще непонятно все, что делать, серьезно.
А, твою ж ты дивизию, смотрите, что здесь есть. И открыть нужно вот здесь портал. Здесь должна, по идее, вода уйти. А как это сделать? Бля. А как мне воду вернуть обратно, ёпта? Как это сделать, ребятка? Я думаю, может залиться водой или когда она будет поворачиваться, и я могу прыгнуть. Ну, я и так могу прыгнуть, в принципе. Стоп. Принял, понял, не дурак. Я... Так, нужно отсюда убрать и открыть мощный вот здесь. Открываем мощный. Потом мы... Открываем второй здесь мощный. Бьем сюда клинком. Опускаем обратно вниз. И все, и погнали. Оп. Как это делается? Так, поднимаемся. Так, я думаю, это все. В принципе, это всегда было так, да? То есть мы проходили такие штуки, которые крутятся, типа башенки, и потом еще одна ловушка, а дальше уже типа босс, который защищает луч. Сейчас, по идее, должен он быть. Вот. Да. Фух, погнали. Так, а здесь... А здесь поинтересней уже. То есть нам нужно сделать снизу, типа вверх его заманивать. Мы сейчас откроем, наверное. Мощный. Здесь слабый. Охуеть, а он закрылся. Так, нужно ближе его, ближе, ближе. Я просто не долечу. Так, сейчас нужно... Оп, как так? Выживать. Это понятно, я же его имею. Так, сейчас он подойдет. Блин. Так, нужно так сделать раза три, я думаю. Кажись, да, три раза и... Опять режим его ярости. Так, уходим. Так, сейчас его заманиваем. Давай, подходи. Я же жду тебя. Ах, сучка попала все равно. Я промахнулся. Есть. Так, нужно с этой стороны. Есть, мы это сделали. Ну что ж, ребята, если вам понравилось прохождение, то подписывайтесь на канал, а в следующей части мы уже будем пробовать вернуть луч обратно.
к Азриэлю. Всем пока, ребята, до новых встреч.